Хей, йоу, гайс и мишумки, мы продолжаем проходить игру под названием Train 2 Stories Complex Stories. Ну, дьявольские тропы, вы можете прочесть, можете остановить, понять. Ну, скорее всего, у нас будет Кракен, потому что дохера щупалец. И да. Мы быстро осматриваемся и сразу же выбираемся на поверхность, да? Да. Ну, я вижу поклонение морскому чудовищу. Да, минус две сферы. Спасайся, кто может! Ух ты! Что же это за кошмар? Тройка! Тройка, вернись! И забери меня домой! Я больше не могу! Наверное, это часть тела какого-нибудь гигантского краба. Часть тела? Ну, спасибо. Поддержал. В натуре поддержал. Так, сюда. Ну, это, скорее всего, этот. Говорю, Кракен. А теперь еще и кислота. Может, не стоит идти дальше? Мой щит ей не прожечь. Я его на той неделе как раз покрыл кислотоустойчивым лаком у кузнеца. О, нихера. Это что за чертовщина еще? Это хер, вот это уже херово. Окей, что дальше? Ну это, я говорю, это действительно плохо сейчас все идет. Хорош. Оп. На всякий случай. Серьезно? О, туху. Ну ладно, хотя бы теперь в воду можно прыгнуть. Ладно, плевать. Так, трубы. Ага. Ага.
Блин, они тонут. Фиг знает, ладно. У нас одна бочка есть. Сделаем сейчас таким образом. Сюда. Сюда. Ой, бочки, иди нахрен отсюда, только мешать стало. Ой. Ладно, тогда просто полежи здесь, окей? Так, раз. Два. Три. Тихо. Я знал, что какая-то там деталь еще упала. Не понял, стоять. Где еще чертова деталь? Я могу 4 создавать. Ай, блин, точно. Вот это же как раз и 4. Че я туплю? Иди в жопу, а. Аж бесит. Тихо, не падай. А те бочки я не могу взять, алло. Хотя... Сейчас мы все сделаем. Я не могу понять, почему я не могу то захватить. А, серьезно? Липучая веревка. Ай, достать теперь могу? А, да, да, кстати, могу теперь. Тупые головоломки. Иди отсюда нахрен, ты мне экран сбиваешь. Ладно, короче, я достать не могу уже ту. Ладно, попробуем с двух бочек что-то сделать.
Опа, тихо. У меня что-то от этой карты жопа горит. Потому что ебучие бочки мне еще мешают. Пошел вон, пошел вон. Раз, куб. Раз, куб. Так, идите в шопу, короче, со своей водой. Надо было просто раньше так сделать, да и все. Не морочиться. За что мне это, блядь, все? Так, сюда становимся. Бочку удаляем. Прыжок. Прыжок. Все, идите в жопу, не хочу даже больше туда возвращаться. Вообще посрать. Все, просто бегу. Это сколько я времени убил на это? Пиздец. Тупую локацию. Ладно. Тут хотя бы полегче. Раз. Я вообще время уже больше не хочу терять. Никакое. А, найс. Пока я открываю. Моя сестра пропала. И опустилась ночь. Я стану королевой. И все сомнения прочь. А, я понял. Окей. Я просто бегу, я не хочу даже задумываться. Найс. Осторожно. Поехали. Так, тут закрыто.
мерзкие обитатели сраные. Так, окей, дальше что? Туда, ага, понял. Так, ладно, непонятный проход. Ай, блин, а раньше ж можно было цепляться к блокам, которые создаешь. Печально. Значит, мне нужен деревянный объект. Нашелся. И зачем вы мне показываете эту часть? Похоже, волшебнику вновь нашлась работа. Да, и что за работа? Чем будем заниматься? Трубы прокладывать? Все? Или мне именно куда-то надо проложить это? Ну ладно. Ой, как это все бесит, вот честно, если бы вы знали. Я не пойму, куда мне должен воздух просунуть. Ага. Ну это по-любому так будет. Это точно все запчасти? Что-то я как-то сомневаюсь. А, тю, бля. Я тут думаю, что за хрень. Теперь понятно. Давай попробуем. Что? А, понял.
Кто какие махты? Блин, мах на самом деле довольно полезный. Ну и девчуля полезная. Рыцарь, он в основном только для сражений. Так, теперь нам нужно сюда. Так вот. Сюда. Все ни херни. Ух ты ж, ё-моё. Дорогая Рози, счастливого 18-летия. Объявление застало меня врасплох не меньше, чем тебя. Нам надо поговорить. Изабель. Изабель. Так, пока я туда не зашел, нужно сюда пройти. Хотя, смысл... Совсем не нравится. Что? Запах? Охота за сокровищами в канализации. Кишащие этими тварями. В натуре. Ау. Я понял. Ну да, мы будем с этой херовиной, с кракеном сражаться. Хотя это другой кракен. Кажется, это одно из зеркал Розабель. Рози, где ты? Изабель? Принцесса, вернитесь! Пошли за ней. Пытаясь спасти свое королевство, герои оказались втянуты в хитросплетение тайн и интриг. Следуя за неуловимой тенью Изабель, герои прошли через зеркало Розабель. Шагнув в портал, они вдруг ощутили жуткий холод, пронизавший их буквально до костей. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!